Так. И вот наконец-то я нашел. Я вам обещал то, что я делаю отдельный видосик, как я открываю мегаящик. С Богом. Надеюсь, что-то выпадет. С Богом. С Богом. Просто. Давай. Черт, 5 предметов. Ну, может быть, что-то выпадет на четвертом. Нет, на втором. И что будет? Нет, ничего. Нет. Так, вкусно. Нет, ничего не выпало. Даже прокачка на био не выпала. Моего нового бойца. А нет, нет. Ладно. Хотел бы соревновать. Не соревновать. Шедевр. Да, крутой боец. Во, видели? Ё-моё! Классно! Двух роза! Да, да, двух роза и Примо! Во вражеской команде! Очень пацаны! И мы можем тупо тут сидеть, сидим здесь, а мы сидим тут. Смотрим, смотрим. Есть ли тут кто? Есть ли здесь какой-то говно, который захочет мне помешать? Да, есть ли тут какой-то говно? Я все буду про хороший комментарий писать. Второе, второе про лайки. И саму я подарю аккаунт. Да. Только мне надо будет с вами связаться. Наш. Хорошо. Ничего себе. Еще получил награду. Так круто. 200 получил. Ну ладно, затащили раунд. Открыли мегаящик. И поняли, что нам это выпало. Нифига. Всем удачи и всем... А, стоп, да. Видосик про стендов, наверное, будет, но без звука, потому что там вот видите вот эту вот эту штуку, вот она, я чуть-чуть видел. Она у меня лагает. Ну, если вы видите, то вы не понимаете вообще, как у меня лагает, она мне просто пытается, видео не записывается. Ну ладно, всем удачи и всем пока.